бакалавр. Опять же, у нас тут есть уже мультимедиа, там есть компьютерная графика, дизайн. Потом, чтобы получить нормальную работу, они, по сути, просто сами учатся из многих ресурсов. То есть, да, конечно, у них есть диплом, это уже неплохо, хотя, опять же, по-моему, там упоминал вначале, да, то есть он при приеме на работу, как правило, не очень, ну, много означает или дает. Фактически, я бы сказал, что единственное, как-то, когда диплом оказывается полезным, это когда есть кто-то, кто выглядит как это по спецификациям точно так же, как вы, типа там...